В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Свердловскому городскому округу была обнаружена видеозапись, на которой неустановленное лицо находилось на заднем бампере рейсового автобуса, который осуществлял движение по городу Светлому. Сотрудниками отделения ГИБДД совместно с представителями образования города Светлого был установлен данный гражданин. Им оказался несовершеннолетний 2007 года рождения, учащийся одной из школ города Светлого. С этим несовершеннолетним, а также с его законным представителем, была проведена профилактическая беседа. Собран материал и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. 11 числа, управляя автобусом марки Ивека, госномер 161, отправление с конечной остановки 20:40, двигался по указанному маршруту город Калининград, Светлый. На остановке ГРЭС-2 ко мне подошла женщина и сказала, что на заднем бампере зацепился подросток. Я подошел к нему, произвел с ним беседу. Уважаемые родители, пропаганда безопасности дорожного движения, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это обязательный элемент и неотъемлемая часть воспитания детей. Берегите себя и своих близких.